День начинается сегодня пасмурно. А я завтракаю эклерками. Ну, прогноз обещает типа сегодня переменную облачность с дождиками на одном телефоне. У меня два телефона с собой. Оба показывают погоду по-разному. Прикол, да? Так что сегодня планы были. Не знаю, получится, не получится сходить куда хотел. Отпуска совсем немного остается. Ну ладно. Успею, так успею, нет, так пофиг. Схожу поем куда-нибудь. А тем временем распогодилась и отдыхающая массово, отдыхающая в моем лице, толпами ринулись на пляж, на море. Ура. Кругом розы цветут. Как здрасте. Как у нас одуванчики. Ну, в общем, ничего уже записывать больно неохота. Уже просто охота отдохнуть нормально. Не лезьте в карман за телефоном при каждом удобном, ой, красивом кадре. Просто охота гулять, сидеть. Вот так вот, как сейчас я опять залез на Алчак. Ну, здесь и народу поменьше. Сегодня прям погода хорошая, выходной. Народу на берегу много. Искупался, сходил, позагорал. Что-то как-то не кайфово там. Здесь в гору и зарядочка такая получается, когда забираешься. Вот. Опять же, хожу, вон, загораю. Тоже неплохо. Потом спущусь, искупаюсь, если все нормально, если погода не испортится. Сегодня шашлычный день у меня. Шашлыки буду жарить. Уже мяско замочил. Взял в этот раз немного, килограммчик. Ну, ужарится то да сё, останется там, не знаю, полкилограмм, грамм 700. Вот, чтоб не было, как в тот раз нажарил 2 килограмма, не знал, как потом деть. Вот, и до конца отпуска уже, наверное, здесь, в Судаке, останусь. Есть еще куда сходить, если силы будут. Кстати говоря, такой эффект накопительной усталости. Все ходил по горам, ходил. И еще не было такого дня, прям, чтобы я где-то провалялся или прочилил на берегу, не знаю. Там. Все время куда-то все равно хожу, либо много хожу, причем, ну, либо хожу по горам. Уже засыпаю без задних ног, 10 часов вырубают просто напрочь. Но, правда, и вставать стал рано, где-то в 6-7. Так что вот такие дела. Не знаю, будет желание, поснимаю, не будет, уже нафиг надо.